Мне ужасно неудобно, что я причиняю вам столько беспокойства. Ну что вы, помочь такой красивой женщине – это одно удовольствие. Думаю, вашей жене вряд ли понравились бы эти слова. Моей жене? Нет, она мне не жена. Я недавно овдовел. Я вам не представился. Я Хуан Антонио Мендес Давила. Даниэла Лоренте, очень приятно. Мне тоже очень приятно. Вы с подругой, видимо, приехали отдохнуть в Майами. Да. То есть нет, собственно, мы собирались отдыхать не в Майами. Послушай, куда запропастился шофер с твоим лимузином? Такси пришло? Да. Так поехали. Еще раз извините и большое спасибо. Рада была познакомиться.